Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху изменил позицию по поводу Палестины. Глава Кабмина отказался от своего обещания, данного перед выборами. Напомню, тогда премьер сказал о том, что не допустит создания независимого палестинского государства, если только его переизберут главой правительства. Сейчас же он говорит, что в нынешних условиях такое решение недостижимо. Я выступаю за мирное решение, которое предусматривает существование двух государств. Но для этого должны измениться некоторые обстоятельства. Мы должны вести реальные переговоры с людьми, которые выступают за мир.